Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня нам предстоит посмотреть на игрушку под названием Children of Morta. Поехали! Маргарет проснулась в холодном поту. Она собралась с мыслями. Треск старого дерева эхом разносился по спящему дому. Рядом с домом было святилище Риаданы, великого духа и дочери земли Реи, сущности утешения. Маргарет искала ответы. Но дух молчал. Но открыл дверь. Слышен был лишь легкий шепот чего-то темного, чего-то голодного. Кости старой провидицы стонали и ныли, пока она не поднималась наверх. В голове у нее была одна мысль. Неужели опять? Джоду предстояло выполнить простое задание. Исследовать главное святилище Рей. Мать подарила ему божественный осколок. Брат, собственноручно заточенный меч. И щит, вообще-то, ну ладно. Жена подарила ему поцелуй. А дочери объятия, после которых он обязан был вернуться невредимым. Почему дочери, когда там одна дочь? Так, выплываем в сию страшную дорогу. В целом, как вы видите, игрушка выполнена в довольно пиксельной, симпатичной графике. Причем, кстати, такого именно вида графика, по-моему, нам не встречалось уже давным-давно. Сама игрушка не, как вы могли бы подумать, рогалик. Это скорее RPG, смешанное с немножечко элементами слэшер, назовем это так. Вот, суть у нас будет не, естественно, бороться с каким-то неизвестным нескончаемым злом, а скорее будет связано с развитием нашей геройской семьи. Но мы придем к этому чуть позже, я думаю. Так, самое изичное обушение... Мы передвигаемся, мы можем бить, и у нас есть щит. Да, щит вроде ничего не тратит. Да, все нормально. Погнали, нам говорят пока что тупо идти. Идти так идти, это не проблема. Кстати, очень классно сделано, вы посмотрите. Особенно вот эти скалы, там ручеечек. Попугайчик даже есть. Свой собственный. Реа, земля, затерянная на страницах истории. Место несказанной красоты. Там я вижу какие-то башни, летающие осколки, и то ли хрен пойми, что это, то ли ядро, то ли бог его знает. Это что такое? Скорее всего, это что-то типа чекпоинта. Я боюсь предположить, потому что в начале при запуске игры значок сейва выглядел по-другому. Так, сперва стражу показалось, будто грязь ожила. Мелкие, скользкие, гнусные создания. Так, атакуйте их основной атакой, окей. Так, у них приблизительно 12 хп где-то. Запомнили. Чё-то их слишком много. А, это нам чисто разминочные дали, видимо. Я понял. Не подходи, убьет. Мне нравится, насколько жестко у нас энергия бьет во время удара мечом.
Так, шкет, идите сюда. Всех порежу, всех побью. Главное в радиусе удара меча подходить. По амплитудке, близ. Спасибо. Я просто боюсь, что я уже пропускаю какие-то нычки. Вот что меня настораживает сразу же. Так, здесь, кстати, была стена, она пропала. То есть мы будем, должны будем уничтожать всех... Так, стоп, вы кто такие? Кыш. Так, эти уже пошустрее. И, скорее всего, поломают мне лицо. Так, это что такое? Пробел, чтобы... О, у нас еще и кувырок есть. О-ля-ля. Так, только что-то его просрал. А, вот красная полоса, это зарядка кувырка. А ну-ка. Это не кувырок, это даже спринт. Небольшой спринт. Ушел, ушел, утащил. О, теперь комбинированное пошло. Мелкие чмырки. Блин, даже здание рядом, которое стоит, очень красиво. Курок, хоп. А ну-ка, щит проверим. Нормально, только он тратится. А так все замечательно. Он тратится, а так бы было все прям вообще супер. Лол, я даже ни одного хп не потерял. Это прям успех. Так, еще один чекпоинт. Не, классно, прогружай, очень классно. Это что такое? Какой-то мертвый то ли бычок, то ли собака. Хрен его поймешь. Так. Стена, преграждающая путь. Битвы было не избежать. Мне сразу говорят, юзни щит, иначе получишь, да? О, так я лол, я могу держать щит и еще и лупасуки. Да, только они вертятся влево-вправо. И придется немножечко... Так, щит выбит. Цыц. Не подходи ко мне, я убедилась. Главное не забывать, что хилки падают, и будет вообще супер. Так, пиш, хилочку одну съели. Хорошо, нахрен. Так, взаимодействие, нажмите F, использует осколок жизни для очищения скверны. Очистить! Под действием света, скверна отступила, оставив в ладони холодный осколок. Темный, жаждущий жизни. Стоп, то есть его надо будет перезаряжать, что ли? Почему он стал вдруг холодным? Мне это не нравится. Кыш, кыш. Кыш, кыш. Вот еще какая-то хрень. А, это тоже какая-то животинка. Помершая. Так, чтобы открыть большой сундук, требуется самоцвет. Самоцветы можно найти в разных местах, например, в туше животного. Это вообще то ли альпака, то ли верблюд. Хрен пойми. Осколок потеплел, тихо вибрируя от наполнившейся его энергии. Угу. То есть мы все-таки должны будем заряжать. Сундучок. Опа-па. А что это такое? Раненые враги воспламеняются. Вспышка Атара. Божья благодать. Конечно, подобрать. Так, Божья благодать. Могущественный артефакт, придающий сил. Спасибо. Буду знать. Так, теперь надо к трупам животным подходить, чекать. Так, это что такое? Статуэтка какая-то. Ой. Перед ним стоял новый враг. Опаснее прежних. Опаснее прежних. Щит сразу. Что это за херня появилась у меня в спине только что? Не понял прикола. Так, тихо. Опс. Иди сюда, мразь. На, на, на. Ох, ни хрена себе, что это было. А, это левел ап. Ёпрес, это что он так эпично выглядит? Так, вы получаете опыт. Получаете очко навыка. Очки навыка позволяют получать способности на дереве навыков. Так, погнали. Так, синие, значит, это очки навыков. Накопив достаточно опыта, вы получите очко навыка. Вы можете тратить очки навыков на изучение новых навыков. Описание выбранной способности приведено на панели справа. Призывает мечи, что обрушивается на врагов. Джонас Небес. Использует второй кнопкой мыши, урон 150%. Нажмите на доступном навыке, чтобы его выучить. Выучить. Чем больше очков навыков вы тратите, тем больше навыков вам открывается. Да понял, понял, нет очков. Так, АПшку забрали. А ну-ка. Нет, с этой зверушки я что-то не могу получить. Хм, может меня обманули? Боже, зайчик, нет. Зайчик. А с этой зверушки? Она довольно габаритная вроде. Не, не могу ее узнать, слушай. Ход меня обманули. Гоблины, знакомый враг. Далековато же они забрались. По-моему, гоблины просто бежали от той... Что это было? А, от той взрывной волны, которая там была. Хер ли вас так много? Тихо, тихо, тихо. А, вспомогает, точно, я забыл, я скипал. Чё-то как-то мечи не очень меткие, но они их поджигают. Это самое важное. Да, слушайте, они дамажат очень даже хорошо. Сколько откат? Секунд 10 где-то, да? Хобана! Не ожидал, падла? Сгори, умри. Все, найс. Так, у нас здесь второго прохода случай. У нас раздвояется проход. Основной нас ведет сюда.
А, он никуда нас не ведет, это моя стрелочка. Великолепный, но опасный. Край любви, обретенный, любви утраченной. Что это такое вообще? Оно выглядит красиво, но я не понимаю, что это. Вот такие хрени были в игрушке Destiny 2. Тоже с цепями висели. Так, ты что такое? Меня смущает, что у нас два прохода. Тут какая-то поломанная башня. Поломанная башня, там, походу, даже дверь есть. Перед ним лежала священная земля. Куда в былые времена не ступала нога человека. Ага, и что мне с ней делать? А? Я просто могу пройти? Его сердце грозило вырваться из груди. Но он скрыл волнение за спокойной собранностью. Это кто такая? А, так это у нас в хате было, помню. Не? Перед ним стояла Линда, его старшая дочь, с луком и колчаном стрел наготове. Твердо намеренная внести свою лепту. Ты мне, кстати, не помешала бы в виде напарника точно. А это что такое? Божественная реликвия создает временную ауру, атакующую ближайших врагов. Ауру, атакующую врагов? Айда. Кушка юзается, хорошо. Стоп, табу я могу информацию открыть? Профукал момент, видимо. Да, она со мной бегает, лол. Найс, пошли, доча. Доча, конечно, не мега ддшер, но какой-то урон... А, не, вы видели ее скорость атаки вообще? Так, юзнуть кушку, сейчас юзнем. Хоба. Оу май гад! Оу май! Это уже совсем другая игра теперь становится. Это очень даже неплохо. Так, бычок, ничего достать нельзя. Стоп, а что там было в том повороте направо? Сложно. Боже. Перед стражами были не голодные звери, но пожирающие добычу чудовища. Разрушая других, они оскверняли и искажали, создавая новые голодные оболочки. Фи. Надо им навалять, не дела. Не надо крафтить эти оболочки. Пожалуйста. Так, а тролль жирный остался, кстати. Ой, дубину достал. Глаза покраснели. Ты чё, наркоман или? Кыш, 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 собака сбоку. Подперся ко мне. Доча, сейчас намесим, все нормально будет. Не стыковать, погнали. Меси, 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 падлу. Найс, доча. Респект, увожу таким, как ты. Да откуда они лезут, алё? Все, уркахана вашего нет, уйдите. Дядечки, так дела не делаются. На. О, так они еще и АОЭшные, оказывается. О-ля-ля, о-ля-ля. А если доча откинется, что будет? Отец и дочь собрались с мыслями. На душе у них стало еще тяжелее, чем прежде. Как им объяснить увиденное? Там, кстати, две руны. Одна внутри бревна почему-то, другая в пеньке. Древнее дерево пало под ударами железа. Вместе отец и дочь описали увиденный ужас и созданный, истощавший зло, которое проникало застрявшее между жизнью и смертью тела, пополняя ряды скверны. Бабуля Маргарет подтвердила то, чего они опасались. Это была скверна. Жестокая сущность, о которой не говорят вслух. Океан тьмы, стекающий с вершины горы Морта. Долго Бергсонов было противостоять всепожирающему потоку смерти. Джон собрался с духом, им с дочерью предстоял нелегкий подъем. Его разум занимала одна мысль. Куда, во имя всего сущего, пропал этот мальчишка? Кевин тоже хотел внести вклад в общее дело. Тем более, что его старший брат Марк был далеко. Он был таким же стражем их горного дома, как и любой из Бергсонов. Она встала. Если им предстоит добраться до вершины и уничтожить зло, как это делали поколения их предков, им понадобится помощь святилища. Нихера себе. Чего? А, чешуеть. А, чешуеть. Правда, оно немножко поруинилось уже в святилище, но, в принципе, норм. Выглядит эпично. А, это искажается, этот кристалл. Святилище Бергсона в подарок самой Рэи. Открывало врата в таинственные земли, что раскинулись вокруг горы. Указав на огромный кристалл в центре пещеры, Маргарет пояснила, что им предстоит
пробудить его и открыть путь к источнику скверны. Когда три духа Рей соберутся вместе, в этом зале откроется единственный путь на вершину Морты. А у нас сколько сейчас? А, получается, у нас бабулька только, да? В одиночку или с поддержкой родных? Джону предстояло найти и привести домой трех духов. Без них остановить поток скверны было невозможно. Так, у нас есть вариант вернуться домой. Пещеры Кельдиппо, по-моему, да? Ну давайте в пещеры пойдем. А здесь еще и разные... Ага, так, шелковый грот. Их паутина покрывает земли, стены и потолок. Так, мы можем выбрать... Джона. А, тут типа для двух игроков рассчитано, по идее, как бы, да? Ну, у Джона как бы масуха жесткая, поэтому я возьму, пожалуй, Джона. Если у него остались все скиллы, конечно. Если они, конечно, остались. Небесный осколок, кусочек древнего кристалла из святилища. Он станет для Бергсона спасительной соломинкой, нитью, что вернет его домой, прежде чем он услышит шепот смерти. Так, портал открыт. I'm ready. Она пойдет со мной, интересно, или нет? Так, шелковый грот. Один из двух. Это, видимо, сколько игроков может быть, да, всего? Допустим, допустим. Так, здесь есть кнопочка. Кнопочка, которая поломалась. О май гад, о май гад, о май гад. Что-то у вас до хера, товарищи. Ну, в принципе, нормально. Их пока кромсать можно. Тихо, 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 тихо. 7 урона, кстати. Побольше, чем те шкиты мне наносили. Так, давайте как-то по очереди, алё. А, в смысле, у меня скиллухи нет, алё. Где мои скиллы сидели? Я сейчас думал, как масуху юзну, как раздам. Твою мать, иди, иди. Так, что мы залутали? Так, эмераль получили, по-моему, я опыт еще получил, когда труп перевернул. Они, короче, разгоняются и умудряются все-таки нанести урон, братья. Да, я золото еще получаю. Что это такое? Почему оно меня дамажнуло? Паучок, уйди нахер. О, за хилку спасибо. Что ты такое? Я его ударил, оно меня дамажнуло. К сожалению, удаленно не могу ударить. Хотя могу. Оно по нему никак не ударит. Ясно. Понял, принял. Так, здесь тоже есть жижа. Мне кажется, мне здесь наваляют. Что-то мне тонко подсказывает. Так, открой ящик. Быстро, 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 быстро. Чтоб там ни было, забирай. Фух. Так, талисманы — это волшебные предметы, которые можно найти в землях Морты. Каждый из них обладает особым эффектом и может быть активирован нажатием R. После активации они исчезают. Вы можете носить с собой только один неактивный талисман. Чтобы подтвердить, нажмите пробель. Так, подождите, давайте я их прорублю сначала. Как-то паучки слишком быстро подбегают. Так, еще бабло выпало. Меня больше смущает. Так, божья благодать. Вот оно, проклятое зелье жизни. Повышает максимальное здоровье, но снижает урон от основной атаки. А это на постоянку или временно? Я понять не могу. Так, максимум здоровья, но снижает урон атаки. У нас теперь 130 хп. Но атака у нас стала чуть-чуть говеней. Совсем чуть-чуть. Окей, жить можно. Так, я должен где-то еще одну зверушку, значит, найти. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Уйди. Уйди, подлец. Вот если вы по одному ко мне будете подходить, будет, конечно, неплохо, но не идеально. Так, кыш, 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 кыш. Мне бы какое-то зелье, которое могло поднять скорость атаки, вот это было бы найс. Так, тут еще и ловушки есть. Серьезно? А ну-ка. Да, только на врагов они не срабатывают. Вот в чем подвох. На меня-то они сработают, а на врагов ноу. Так, побежали, 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 побежали. Нормально. Так, надо здесь прошерстить, может здесь где-то еще зверушка должна лежать. Да уйди. Так, здесь какие-то врата. Так, 4 шага в правильном порядке. А откуда я должен знать порядок? Уточните, пожалуйста. А что будет, если я неправильно наступлю? Тоже уточните. Мне не хватает информации, срочно. Давайте попробуем... 3. У нас нет никаких рисунков, по которым мы могли бы определить. Так, тут ничего. Тут ничего не разборчиво.
Вроде бы никаких рисунков нет. Сейчас посмотрим, что другие, значит. Ясно. Неправильная комбинация равно враги в лицо. Тем более с нашим пониженным уроном. А первая считалась правильно или нет, мне интересно. О, первая была правильно. Так, 3, 4, 1, 2. Holy shit! Что? Неплохо. И что это за шайба? Что это такое? Создает тотем, замедляющий врагов. Это как активка. Ну это не так уж и плохо, на самом деле. Не так уж и плохо. Очень даже, очень даже. Это что за шляпа? Она почему-то отмечена на карте. Я не могу понять, почему и что это такое. Вот, видите, отметочка есть маленькая. А ну-ка, если открыть карту. И следующую пещеру. Навыки я левелап, кстати, получил. Нет, но деньги у меня есть. Что у нас вообще здесь еще есть? Получает урон, когда Джон блокирует удар, но я почти не блокирую. Мне проще будет пропать повторно вот эту штуку. Она пополезнее будет. Так, короче, с этой вещью пока непонятно, что делать. Меня больше смущает, что я вторую зверушку найти не могу. Одну зверушку мы забрали здесь. Здесь стоит вот эта непонятная шляпа. Да, она просто взрывается. Возможно, кстати, она будет коцать и врагов. Но это не точно. Это совершенно не точно. Здесь еще какая-то байда стоит. Надо привыкать просто к текстурам. Вероятнее всего, со временем мы найдем то, что ищем. Так, у вас тут зверушки нет случаев? Пауканы. Кыш, кыш, мать твою, кыш. Он мне еще паутину под ноги кидает, вот мразь. Так, товарищи, где ваши зверушки? Я не буду. На. Так, отходим, отходим. Кубрак. Нормально, 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 все под контролем. Спокуха, левел ап вообще гуд, только левел ап закрывает весь экран и ни черта не вижу. Так, Джон получил очко. Мы можем его повторно... А, здесь два нужно очка. Ну ладно, давай щит тогда, что делать. И теперь в любом случае нужно будет потратить 2 очка, чтобы до следующих скиллов дойти. Либо сэкономить одно до следующего. Там как пойдет. Так, во, скелет есть. Что это такое? Так, подождите. Кыш, ушли нахер. Так, тотем. Проверим заодно. Что это за хер? А, это паук. Уже думал, какое-то привидение. Кыш, не подходи ко мне, я убедился. Так, меняет все виды божественной благодати. Автомат... Реликварий, талисман. Меняет все виды божественной благодати. Какие нахер виды? Ну, юзнем. У нас просто нет реликвий, то есть он ничего нам не поменяет. Так, ты что такое? А, он меня магнитит. Very good, very good. Я понял. Сюда не суемся. Я там, по-моему, зверюшки достал кристалл, да? По-моему, зверушки. Так, вот эту шляпу надо проверить. Иди сюда, паукан. Оп, втекаем. Да, она работает на пауканов. Заряжайся, заражайся. Нет, не успел зарядиться. Ладно, пофиг. Так, до свидос. Мне нужна зверушка. Там, кстати, вот еще одна эта штука стоит. Тоже хрен пойми что. Какой-то фонтан. Но он не юзабелен. Он абсолютно не юзабелен. Так, куча крови. Еще куча крови. Здрасте, есть кто? Воу! Ловушки вокруг этой штуки. Понял, принял. Вчера вы выскочили внезапные мои. Кыш, 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 нахер, нахер, нахер. Надо, кстати, проверить щит еще. А ну, ударь. 6 всего лишь. Не-не-не, не годится. 6 это слишком мало урона. Щит, тем более, как бы, коцается, теряет свою прочность. Это не гоже. Скорее всего, тот сундук был рассчитан для второго игрока, типа. Ну, это мне так кажется. Но это не точно. Это не точно. Так, факел, фонтан я пока юзать не могу. Так что идем дальше. Здравствуйте. Уйди, уйди, уйди. Надо привыкать просто ко всем этим вещам. Дальше будет хуже, я уверен. Держи. Залп. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Разогнался. Тихо, тихо, тихо. Не успел щит поставить. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Одну секундочку, подождите. Спасибо. Спасибо за ваше ожидание. Ваше мнение очень важно для нас. Правда, хп-шек не фонтан. Я просто думаю, что какой-то босс будет или еще какая-то шляпа в конце. Опять этот фонтан. Да что ж такое. Так, замедлитесь, пожалуйста. Я заманаюсь с вами бегать. Держите масуху. Вы еще и собрались в кучку так грамотно. Жаль, тотем обратно нельзя забрать, а он 30 секунд откатывается. Даже больше. Так, тише, тише, тише. Тихо, шаг. На. Что? Что? Один меч у меня только что юзнулся на ту фигню, которая взрывается, короче, удаленно.
Пу-пу-пу. Так, пауканчики. Фу-фу-фу-фу. На. Хорошие пауканчики. Ой, за хпшку вообще отдельная благодарочка. Она что-то довольно редко падает, на самом деле, эта хпшка. Ч-ч-ч-ч. Пошел нахрен. А хватит вокруг меня крутиться, псина. Так, здесь ничего, ничего, ничего. Просто мне будет обидно, если я сейчас где-то найду этот кристаллик. Тогда придется бежать в самое начало. А это определенные сложности. Так, сейчас давай с этой стороны еще. Тут какое-то дерево есть, но оно никак не отмечено. Вот эта штука отмечена. Это обычный сундук, да? Ничего, с него ничего не выпало? Ну, серьезно? Не дела, не дела. Какая-то лужа. Что за лужа? Давайте чекать, может она юзабельная? Не. Не юзабельная. Так, тыц. Слишком много переходов, меня это настораживает. А что значит Т? Может это телепорт? Так, вы нашли последнюю комнату с порталом. Вы держите Т, чтобы перенестись к ней из любого места на этом этаже. А! То есть это у нас теперь центр, типа, да? Это что? Мне страшно, я не знаю, что там. Так, а здесь кто? На подмогу мне никто не хочет прийти. Не помешало бы. Так, небольшой шанс восстановить здоровье при атаке. Наконец-то. Первая... короче, эта штука. Ложка Молсигора. Так, здесь ничего не лутается. Короче, мне второй эмераль не дали. И желька вообще-то обидно. Ладно, погнали. Так, тончайшие белые нити покрывали стены и землю. Шелковый грот оправдывал свое название. Это все, что ты хотел мне сказать, да? Сейчас что-то на меня выпрыгнет, да? Нет? Или это мы типа на второй уровень перешли? Да, это второй уровень шелкового грота, я понял. Хотя, возможно, прямо сейчас здесь и будет босс, но это не точно. Здрасте. Так, здесь магнит с ловушкой. Это очень хитрожопая штука. И опасная, соответственно. Уйди. Надо от нее как-то подальше держаться. Уйди. Уйди, кыш, кыш. Мне нужно больше опыта. Ни хрена себе, на обе стороны. Намахал, называется, намахал. Так, здесь переход. Кыш, 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 кыш. Что вы так сунетесь близко, блин? Ох, там какая-то новая дичь с кислотными лужами, бляха. Еще и опасный челик. Тихо, 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 уйди, уйди, уйди. Забри, собака. Так, щит. Замах, щит. Пошел нахер, ублюдок, мать твою. Так. Чуть-чуть отхилились, но этого недостаточно. Вот эти пауки, тихо-тихо-тихо-тихо. Текаем. Сейчас надо обойти, обойти, обойти. Хопа-на. Они слишком живучие, слишком. Слишком. Недопустимо живучие. Держите еще удар по лицу. Есть левелап. Одна хрень сдохла. Он еще и пауков спавнит. А, лужу, походу, этот тип кидал. Элитник. Элитник. Опасный. Dangerous. Так, здесь что, еще один переход? Так, он спешит. Уйди, 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 уйди. Хобана. Ну, почти. Да, отхил идет, причем... не так уж и редко, как было написано. Так, хп-ха, еще один переход за нычечкой. Нычечки я люблю. Нычечка, 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 что здесь? Повышает максимальное здоровье. Окей, давай. В принципе, полезная штука. В принципе, полезная. Здесь еще один элитник. Да ёперный театр. Хватит раскидывать лузу, товарищ. Ну серьезно, ну кому это надо? Замах. Бляха, я в лужу. Опять в лужу, да иди ты нахер. Держи по лицу. Да хватит лужу пускать. Ты посмотри, дикий поц какой, а. У, собака. Так, повышает максимальное здоровье. Это вместо нашей этой, да? Оно заменит? Оно добавит. Там же ж... а, неактивированный один может быть только этот талисман. А активированных, видимо, сколько угодно. Извращенство, конечно. Но лучше, чем ничего. Я боюсь, что я просто эмераль пропустил, потому что опять ящик есть. О, молодые люди, подержите по лицу немножко, да? Спасибо. Так, не спавни это говно, пожалуйста. Не надо, хватит, хватит. Остановись.
Time to stop, Мэтрик. Немножко получил по лицу. Ничего, бывает. А что, меня замедлило? Оно таки плюется, походу, потому что меня что-то замедлило. Да твою мать, что так больно. Так, товарищи, у меня ХП не резиновая. Кыш. Мне больше интересно, куда у нас монеты должны будут деваться. Куда мы их должны тратить? Откуда у меня открывашка? А здесь бабло. Боже, куда мы бабло вообще должны тратить? Алло. Я, конечно, барыжить люблю, но такие непонятки меня не устраивают. Так, тут надо аккуратно. Так, хорошо. Здесь уровни стали побольше. Проходные имеется в виду. Наверное, в принципе, неплохо. Хотя бафы у нас, ну, не очень. Давайте будем честны. Так, там еще один элитник, что ли? Или мне показалось? Нет, это не элитник. Я понял. Ноу, нельзя. Не трогай. Там хилочка меня ждет. Уйди. Что это? Что это? Что это? Что это за штука была 11? Типа комбо офигенные, мне дали дополнительные бабки. Неплохо. Неплохо. Так, уйди. Наплодили уродов, блин. Вроде мелкая, а такой, блин, бесячий. Это ужас. Сколько у нас вообще уже денег? Я тут как бы их фармлю. Пора бы уже, наверное, тратить, не? Давай. Я вообще хотел бы потратить на новое оружие. Мне это не устраивает. Мягко говоря. Так, зрись. Пока мне это напоминает, знаете что? Апгрейдженную версию Диабло. Бляха, оно меня ядом травит. И при этом спавнит вражину в огромном количестве. Тихо, кувыркайся. Кыш. Бляха, не откатил. Нормально. Так, все, что на нас набегало, вроде разобрались. Я уже начинаю задумываться, может, лучник был все-таки неплохая идея. Кыш. Собака таки затем. Че, паутину себе в лицо кинь, окей? Так, переход на следующий. Так, скелетос пауческа. А где хил, товарищи, где хил? Очень-очень нет хил. Тихо. Зря я, по-моему, раньше времени открыл, ну ладно. Там, в принципе, разницы никакой не должно быть. Когда оно было открыто. Блях, опять свои зелени не пуляет, мразь. Да что ж так больно? Комбинейшн есть, хила нет. Уди. Так, я еще нечаянно поломал вазу. Тут что-то мы забрать можем. И что я забрал? Что-то юзнулось, но я ничего не получил. Обидно вообще-то. Так, уйди, подожди. И надо как-то сейчас аккуратно с ними бороться, чтобы от них успеть отхилиться. А то 40 хп это как бы почти приговор. Так, здесь опять какая-то загадка будет или еще какая-то херня. Нет, здесь просто дохера врагов и мертвый. Они убили волчицу. Не, она еще жива, но она ранена. И маленький волчонок пытается выжить. Любовь поистине чудесное чувство. Особенно в темные времена. Любовь побудила эту мать отдать жизнь за своего детеныша. У собаки, вот ушли от щеночка. Лицо поломаю. Или нет. Так, не, нормально. Я вроде жив. Щеночек, примкни ко мне. Любовь двигала детенышем, который безуспешно пытался ее разбудить. Печально. С любовью семья Барксонов примет осиротевшего малыша к себе. Наша семья примет тебя. Вы спасли волчонка. Боже, какая страшная картинка. Волчонок, это, конечно, замечательно. Вероятнее всего, он нам даже будет сверхполезен в будущем. Но меня смущает факт отсутствия ХП. Я так буду говорить. Объективистом немножечко, да? Мягко говоря, смущает, при том, что ХП не намеревается победить. Ну, в принципе, мы можем сейчас... А, тут еще и два разных перехода. Что же вы так все усложняете, бляха-муха? Так, здесь комната телепорта, сюда мы вернемся. Это, скорее всего, переход к боссу, потому что дверь что-то очень страшная. Скорее всего, переход к боссу. Потому что тут уже второй уровень, если кто.
Так, что у нас здесь? Так, я вот уйду. Ой, я могу хилиться даже так? С килухой? Серьезно? Неплохая тактика, мне нравится. Тихо, не плюся, не плюся. Я ж тебя на... Куда ты эти мечи пускаешь? Боже, дурочка. Что ж ты делаешь? Ты же меня в могилу закопаешь, ну. Ой, там хпха. Там где-то хпха лежит. Дайте хпху. Моя хпха. Да не плюся. Твою мать, уйди. Я сколько поднял, столько и потратил только. Вот собака. Сейчас со щитом на них пойду. Тихо, тихо. Хола. Только беда в том, что когда у меня щит, я не могу юзать в скиллу. Вот в чем маленькая неприятность. Уйди, уйди. Я уже оглох. Я слышу, что я оглох. Уйди, мелкий шкет. Гони хпху. Так, 34. Я не вижу, чтобы мне за отхил давали хп. Умри. Найс. Так, что-то потно. Слушайте. Умирать вообще неохота. Уйди, 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 уйди. Даже не подходи ко мне. Я обиделся. Так, там есть обычный ящичек. Бляха, слишком поздно. Надо было раньше пульнуть. Так, ты, уйди, уйди. Мелочь пузатая тоже уйдите. Я вроде бы как должен был отхилиться, но мне хпшка не дал. Дайте эту хилку, дайте, дайте, дайте. Найс. О, ты откуда здесь взялся? А ну, кыш, 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 мразь. Ишь, ты чё удумал? Надо было хп пораньше экономить. Но почему мечи... Почему три меча не могут в одну цель попасть? Ну это же было бы восхитительно. Там сколько? 45 урона бы влетело ему в лицо, и все, и не было никаких проблем. Нет же, блин. Так, плюнь себе в лицо. Нормально. Да, вроде хилимся, слушайте. За удар там, по-моему, одну хп-ху всего лишь дает. Но дает. Так, левелап. Левелап меня отхилил. Да, деточка. Так, и мы можем проапать скиллуху, да? Было 150%, станет 200. Так, а тут было 50, станет 75. Давайте лучше мечи проапаем. Так, открылось у нас что? Когда члены семьи тратят достаточно очков навыков, не открываются уникальные семейные черты. Семейные черты приносят пользу всем членам семьи сразу, если кто-то один набирает силу, семья становится сильнее в целом. Так, ярость стража. Ярость дает вам временную неуязвимость и позволяет наносить урон шипами. Укрепляет доспехи Джона. Укрепляет доспехи, это броня плюс 7%. Ну, как-то, знаете ли, не очень. А неуязвимость на 6 секунд, это очень. Это очень, даже очень. Да понял, понял, нет очков, все. Не теребите мне мозги. Так, там тело лежит, надо вот этот ящичек слямзить. Какого черта? Второй такой ящик, из него ничего не выпало. Так, с этого хоть деньги падают, ладно. На него грех жаловаться. Так, а что у вас здесь? Здесь еще один... Да ёпперс, это уйдите. Уйдите, уйдите, я только хильнулся, только себя человеком чувствовать начал. Фи. Ей, хотя бы бабло выпало. Так, это не лутабельно. А это что такое? У нас два варианта. Зайти в эту страшную комнату, либо в ту страшную дверь. Мне что-то кажется, что вот это босс, а за дверью вполне вероятно, что будет торговец. Но это не точно. Давайте я лучше проверю, чтобы на будущее знать, если я сейчас зафейлю. Чтобы хотя бы на будущее быть уверенным. Тут просто значок черепа, вот что меня смущает. Но это же череп, да? А там нет значка вообще. Зато мы спасли волчонка. Я просто не уверен, что это череп, вот в чем проблема. Но это никак не значок торговца, вот в чем фишка. В чем я на 100% уверен. Так, давайте-ка я сейчас сюда слиняю тогда сначала. В этих пещерах бывали не только беженцы. Какая волна, какая волна. Просто странствующие торговцы, попавшие в беду. А, мне нужно спасти здесь торговца. Ага. Так и запишем. Спасение рядового торговца. Так, комбинейшн пошел. Кувырок быстро. Нормально. Как он меня задел, твою мать. Хоба. Хилочки, отлично. А много хилочек, еще лучше. Хер ли вас так много, алло. Дружочки, кыш. Комбинацию, правда, сбил. Там можно было комбинацию дичайшую набить и кучу бабла за это получить. Все, ты спасен? В смысле, вторая волна? Мою мать! Твою мать, уйди от меня, уйди, ухуянный! Нормально, нормально, главное, чтобы не прыгать не успевали. Все будет nice. Чудной лавочник отряхнул одежду от пыли и приподнял шляпу.
Он предложил стражу заглянуть в его лавку попозже, обещая показать полезные товары. В смысле, попозже. Вы спасли, так теперь он будет появляться в подземельях, и вы сможете купить у него товары. Угу. А что он мне дал? А почему два предмета, как будто бы... А, я типа меняю свой тотем. Призывает дракона, который атакует врагов и источает наносящую урон жидкость. Ну, знаете ли, да, дракончик получит тотема будет, что-то мне подсказывает. Это оставим, а так я поговорить с ним не могу. И сюда зайти не могу. Хорошо, что я сначала пошел сюда. Хотя, может, я ошибся, и может, мне дракончик не поможет, а как раз помог бы тотем. Ну, сейчас увидим, я не знаю просто, что там за босс. Если он там вообще, может, там будет какая-то просто сюжетная разверточка. Фу, с богом, ладно, погнали. Оу, мне сразу ящики предлагают. Зачем вы меня кормите баблом, если я его все равно не смогу за этот поход потратить? Потому что торговца мы только открыли. Ну вот за хп-ху благодарочка, ладно. Так и быть. Хотя, может, в конце там у нас будет какая-то возможность пропаться или еще что-то. Ладно, сколько у меня вообще денег? У меня 500 бабла. Так, поехали. Все 8 глаз пристально изучали того, кто шел навстречу гибели. Звучит не очень хорошо. Пауческу, дратуйте. Что он делает? Он вызывает, по-моему, товарищей. Да, он таки вызвал товарищей. Так, дракон, на помощь. Так, паучков забрал. А чё дракон бегает? Что за херня была? Дракон, ты меня предал! Так, я его чутка покоцал, он сейчас, скорее всего, опять вызывает. Тихо-тихо-тихо. Главное отходить от его этих шлёпаний. Всё должно быть найс. Да, он опять вызывает. Только это уже какие-то другие пауки. Кэш. Мелочь куда-то. Кувырок не сработал. Так, опять паутина. Дракошка, вырвись. В смысле, что он делает, я понятен? Какого хрена? Так, да, вот в чем проблема. У меня неплохо таки коцает, когда приземляется. Я не успеваю просто увернуться, понимаете? Так, пиш. Хилочка выпала. Кубрак. И даже в этот раз не успел, да ты издеваешься. Кувырок, о, первый раз успел, ебой. И нанес еще и урона немножко. Не надо, чтобы он приземлился, я на него дракона хочу поставить. Приземляйся. Ну что, его уничтожил? А, не, поле его дамажит, нормально. Не все потеряно, кувырок. Так, тихо. Если бы не эта паутина повсюду, было бы вообще замечательно, на самом деле. Опс. Я до него добраться не могу. После того, как он приземляется, он сразу же текает, короче. Это неприятно, мягко говоря. Нет, я не вовремя кувыркнулся. Собака, твою мать. ХПшку дай, срочно. Дракон, появись. Урок. Так, есть. Нормально, обижал. ХП-шку не дают, мрази, зажали ХП-шку. Так, есть первый посол. Второй посол. Сейчас он опять раскидает свое говно. Хоба. Почему не перезарядился дракон, собака? Так, урод. По нему еле-еле вообще проходит дамаг. Да хватит их вызывать уже, твою мать. Ты меня задолбишь просто. Слишком мало хп, слишком мало, я чувствую боль. Урок. Как он столько живет, мразь, собака. Уворочек, найс. Отлично, он еще и урон избежал. Да что ж ты такое живучее, ядрен батон. Еще вызывай давай. Я даже не знаю, что лучше, мне лучше с ними драться или просто избегать урона, и он, скорее всего, вторых вызывать не будет, но это не точно. Нет, 0 хп. Создание начало ускользать. Это и есть смерть, подумал Бергсон. Может, я его физически убить, типа, не мог? Не, скорее всего, мог бы.
Так, что у нас получено? Вы спасли волчонка, вы спасли торговца Дориани. Отлично. Результат есть. Задыхаясь, он открыл глаза и понял, что осколок вернул его назад. Ни один герой не сможет к такому привыкнуть. Когда Джон и Линда рассказали о своей вылазке, в голове Маргарет закроились мысли. Скверна усугубила дурное в обителях пещер, и они утратили связь с гармонией Рэя. Узнав о новых опасностях, Маргарет попросила Бена подготовить мастерскую. Опа, вот это правильно. Ему предстоит заняться оружием и доспехами воинственных родичей. Пёсель, с пёселем играется. Хоть волчонок обрел дом под крышей Бергсов, его жизнь все еще была в опасности. Усталость мучила животное. Грудь ходила ходуном, из пасти рвалось лишь слабое дыхание. Бергсоны решили, что сбор нескольких растений и грибов из пещер неподалеку мог бы спасти волчонка. Его задело скверно. Holy shit. Так, дядя Бен может улучшать снаряжение Бергсов. Дядя Бен потянулся к знакомому теплу кузнецы. Чтобы добраться до вершины Морты, требовалось снаряжение отменного качества. Так, это я понял. Так, дядя Бен использует морву, чтобы улучшать снаряжение. А, бабло, то есть, отлично. Всех членов семьи повышает их основные характеристики, чтобы продолжать, нажмите это. Так, это основные характеристики семьи, чтобы продолжить, нажмите. Описание. Максимальное здоровье 120, поднимется до 132. Утолщение брони. Угу. Выберите доступную характеристику, сколько она 100 стоит, да? Чтобы улучшить. За сотку, давай. Я понял, мне надо дамаг поднять. У нас был дебаф на дамаг, на самом деле. Это было не очень. А что за книга Рэй, кстати? Она закрыта пока что. За 200 можем еще поднять ХП, а дамаг поднимается у нас на 1.5 урона. И скорость движения можно поднять. Дальше шанс крита. Урон крита. Накопление какой-то ярости. Полностью уклониться от вражеской атаки. Это интересно. Так, принять. Хочу поднять еще. Она еще не хватит. Но хватит на двойное улучшение брони, либо еще на скорость. Давай скорость. Вообще будем так, 2-1-1 делать. И тогда, в принципе, у нас все должно быть в шоколаде. Правда, скорость 850 стоит теперь. Дороговастенько, вам так скажу. Так, хорошо. С мастерской мы разобрались. Перейти к выбору главы. Библиотека. Это что у нас? А, это вся инфа, да? Угу. Я понял. У нас, собственно, главы. Надеюсь, Бен сможет их хорошо снарядить. Естественно. О, у нас еще котейка есть. Черный котейка. Так, какие-то непонятные... А что мне здесь показывают? О, здесь еще что-то есть. Такие спокойные дни. Мэри любила прогуляться до ближайшей рощи. Компанию ей составляли лесные обитатели. Самые крошечные из них ели из ее корзинки, пока она наслаждалась тишиной. Она беременна, что ли? Кажется, тому оленю нехорошо. Как странно. Тут, по-моему, всем уже нехорошо, я тебе так скажу. Так, может улучшать снаряжение? Это мы уже разобрались, да. Что вы меня тыкаете сюда? Все, сейф есть, замечательно. Хорошо, ребятки, мы сделаем с вами небольшую паузу. Если вам эта игрушка придется по душе, обязательно пишите об этом комментарии, либо же просто ставьте лайк под этим видео. А мы с вами встретимся, возможно, уже в следующем эпизоде. Пока-пока.